Теракт в Ницце. Преступник направил грузовик в праздничную толпу. Среди погибших есть россияне и украинцы. Берлин скорбит. Горожане несут цветы и свечи к посольству Франции. Атака на грузовике. Это новая тактика или они так уже давно нападают? Встретились, поговорили. Путин и Керри обсудили, что делать с Сирией и Украиной. Теракт в Ницце. Неизвестный направил грузовик в толпу людей на набережной. Погибли 84 человека. Среди них есть дети. Раненых больше сотни. Трагедия произошла глубокой ночью. Франция как раз заканчивала отмечать главный национальный праздник – День взятия Бастилии. Тысячи людей, посмотрев на фейерверки, возвращались домой. Направлялись в ресторанчики, чтобы продолжить празднование. Или просто прогуливались по центру. Вдруг в толпе раздались крики, и люди стали разбегаться в разные стороны. Это был грузовик. Он просто сбивал людей, всех подряд. А вокруг не было ни полиции, ни спасателей, никого. Они только через полчаса приехали, уже после выстрелов и всего. То, что происходило дальше, напоминало хоррор. Очевидцы говорят, водитель не только давил прохожих, но и стрелял в них. Люди в панике разбегались, пытаясь найти убежище в кафе и ресторанчиках. А на фоне всего этого продолжала звучать громкая праздничная музыка. Ведь никто еще не понял, что происходит. Грузовик остановился только тогда, когда полицейские буквально изрешетили пулями кабину. Внутри машины нашли целый арсенал оружия и гранат. Действия водителя были абсолютно преднамеренными. Об этом уже можно говорить с уверенностью. Полицейские ликвидировали его как раз тогда, когда он стрелял по людям из окна. Ответственность за атаку пока на себя никто не взял. Французские СМИ сообщают, что в кабине нашли удостоверение личности, выданное на имя проживающего в Ницце мужчины родом из Туниса в возрасте 31 года. Но в полиции эту информацию пока не подтверждают. Сейчас идут работы по идентификации преступника. Исследователи выясняют, были ли у него сообщники. Дальнейшую информацию предоставит прокурор Парижа. Пока я просил бы избегать распространения ложных данных. Сразу после атаки президент Франции заявил, что введенное в ноябре прошлого года после терактов в Париже чрезвычайное положение продлят еще на 3 месяца. Буквально накануне Оланд обещал отменить его, ведь тогда казалось, что террористическая угроза уже миновала. Жертвами теракта в Ницце стали граждане России и Украины. По данным МИД Федерации, от рук нападавшего погибла одна россиянка и еще одна ее подруга ранена. Кроме того, местонахождение еще 3 россиян пока неизвестно. Генконсульство России в Марселе сейчас уточняет информацию о пострадавших. В Российском союзе туриндустрии рассказали, что 2 девушки гуляли вместе по английской набережной. Одна из них погибла под колесами грузовика, а у второй сломаны пальцы на ноге и еще есть небольшие повреждения. Также среди жертв и пострадавших во время теракта есть граждане Украины. Один украинец погиб, другой ранен, сообщают дипломаты в Киеве. Если среди погибших и пострадавших граждане Германии, Литвы и Латвии, пока неизвестно. Ранее телерадиокомпания Берлина-Бранденбурга RBB сообщила, что среди жертв теракта могут быть немцы, 2 школьников и учительница из Берлина. По информации журналистов, они находились вместе с классом в туристической поездке в Ницце в связи с окончанием учебного года. Сейчас эту информацию проверяют представители немецкого дипломатического ведомства. Приспущенные флаги, опустевшее кафе. Утро после теракта на набережной Ницца встретила шоком и скорбью. На улицах курортного города непривычно тихо. Его жители не могут прийти в себя после случившегося. Я вчера рано лег спать, а проснувшись, обнаружил более 100 пропущенных звонков от друзей, которые спрашивали, что здесь случилось. Знаете, я больше не чувствую себя в безопасности во Франции. Я получил здесь работу и переехал в Ниццу пару месяцев назад. Это небольшой город, он не привлекает много внимания. Так что если даже Ницца стала целью террористов, то такое может повториться где угодно. Я не могла заснуть всю ночь. Мы все понимали, что что-то подобное может произойти в нашей стране, но это... Извините, я не могу говорить. Из соображений безопасности власти Ниццы закрыли доступ на городские пляжи, а также отменили все общественные мероприятия. Также на неопределенный срок закрыт доступ на набережную, где следователи продолжают собирать улики. Возле больницы, в которую ночью доставили пострадавших, дежурят родственники и друзья. Они надеются, что медикам удастся сделать все возможное, чтобы спасти жизни их близких. Семьям погибших и раненых соболезнуют и парижане. В ноябре они тоже пережили кровавые теракты исламистов и, как никто другой, понимают ужас и страх жителей. Мы постоянно чувствуем себя в опасности. Мы живем в страхе. Каждый день, когда едем на работу в метро, когда видим подозрительные пакеты или сумки, мы не можем забыть об этом ни на секунду.
Граждан Франции волнует вопрос, как получилось, что во время главного праздника страны в месте многотысячного скопления людей практически не было полиции. Хотя в стране официально проходит антитеррористическая операция и действует чрезвычайное положение. В память о жертвах кровопролития французские власти объявили трехдневный траур. Жители Берлина вместе с французами оплакивают жертв теракта в Ницце. С самого утра они несут к французскому посольству в Германии цветы и свечи. Паризер плац еще украшен плакатами к празднованию в честь дня взятия Бастилии, которое должно было состояться сегодня вечером. Но белые палатки, в которых собирались веселиться гости праздника, останутся пустыми. У проходящих по площади берлинцев на уме теперь совсем не веселье. Это ужасно. Ужасно, что подобные нападения случаются все чаще и чаще. Остается только надеяться, что спецслужбы смогут защитить нас тут, в Берлине. Вот они сейчас точно должны быть настороже. И тут то же самое будет. Вот увидите, как в Израиле. Посольство работает в обычном режиме, но охрану здания усилили. А флаги Франции и Евросоюза возле дипломатической миссии наполовину приспущены в знак скорби. Контрразведка Франции предупреждала власти о том, что для атак на европейцев террористы могут применять автомобили. Об этом ранее на этой неделе писала французская газета «Le Figaro». По информации издания, о такой возможности говорили на закрытом заседании парламентской комиссии по борьбе с терроризмом еще в конце мая. Тогда глава контрразведки Франции Патрик Кальвар предупредил, что исламисты будут менять тактику. Они могут отойти от использования смертников и вместо этого организовывать теракты, в которых не гибли бы сами боевики. Например, давить людей машинами или взрывать автомобили. Этот подход для боевиков не в новинку, но раньше они использовали его только во время атак на Ближнем Востоке, в Ираке и Израиле. За последний год таких атак было несколько. Лишь накануне в серии терактов в иракских городах Багдад, Масул и Аль-Мушахед погибли 10 человек, еще 29 получили ранения. Исламисты привели в действие взрывные устройства в общественных местах, в том числе использовали заминированное авто. Но одной из самых масштабных атак, совершенных по такому сценарию, стал теракт, совершенный 3 июля в Багдаде. Грузовик, начиненный взрывчаткой, подорвали на торговой улице в оживленном районе столицы Эль-Каррада. Жертвами взрыва стали в основном посетители местных кафе. Через некоторое время произошел еще один взрыв на севере города. Всего за тот день погибли почти 300 человек. Автомобили как средство террора используют и в Израиле. 13 октября прошлого года в Иерусалиме нападавший врезался в толпу на автомобиле, после чего вышел из машины и стал добивать пострадавших ножом. Погиб один человек, еще двое попали в реанимацию. 17 декабря палестинец протаранил израильтян, которые ожидали автобус на остановке. В Москве состоялась встреча госсекретаря США Джона Керри с президентом России Владимиром Путиным. Глава американской дипломатии выразил озабоченность в связи с тем, что поддерживаемое Москвой правительство Сирии нарушает соглашение о прекращении огня. На переговорах, которые продолжались около 3 часов, Путин и Керри также говорили об усилении борьбы с Исламским государством и фронтом Ан-Нусра, филиалом Аль-Каиды. Также политики обсудили сотрудничество в решении конфликта на востоке Украины. Президент и я, мы оба верим в то, что Россия и США смогут совершить большой прорыв в ходе событий не только в Сирии, но и в Украине и даже в других потенциальных сферах сотрудничества. Мы еще не достигли своей цели, но хорошо поработали и надеемся, что нам это удастся. Владимир Путин тоже готов сотрудничать со Штатами по ситуации в Сирии и в Украине, или во всяком случае говорит об этом. Хотел бы отметить наши взаимные усилия по урегулированию конфликтов, которые мы считаем важными, подлежащими разрешению. В ходе встречи Керри предложил создать информационный центр, в котором американские и российские военные могли бы обмениваться разведданными и координировать авиаудары по боевикам ИГИЛ в Сирии. В то же время планы Керри вызывают настороженность и открытое недовольство в военных, разведывательных и дипломатических кругах США. Многие считают, что России нельзя доверять. В Белом доме о перспективах военного сотрудничества с Москвой высказываются осторожно. Сейчас настало время России принимать серьезные решения, как использовать свое дипломатическое влияние и военные возможности в Сирии, заявил представитель Белого дома Джош Эрнест. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового времени n-z.tv и на наших страницах в социальных сетях.